Всем привет. Яман упал в обморок, когда увидел, как Сэхер и Фикрет обнимаются. Сэхер знала, что Яман следует за ней. Сэхер увидел, как Яман упал на землю, закричал на него и побежал к нему. Яман потерял сознание ранее, когда Зухаль сказала: «Твоя мать отравляет тебя». Когда Яман пришел в сознание, он не мог вспомнить, что произошло. Яман может не помнить свой последний опыт общения с Сэхер. Фикрет отвозит Ямана в больницу. Джанан скажет Сэхер держаться подальше от Ямана. Зухаль захочет позаботиться о Ямане. Сэхер видела, как сильно страдал Яман. По истечении этого времени Сэхер начнет мыслить логически, а не сердцем. Думаю, Сэхер вернется в особняк и сразится с Джанан. Думаю, Яман не вспомнит, что видел. Даже если Яман помнит ссору с Сэхер и то, что произошло до того, как он потерял сознание, он также помнит, как Сэхер кричал Яман и говорил: «Не оставляй меня, Яман». Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями с нами.